всем привет. Это умный ролик. Сегодня мы будем смотреть умный ролик про свинок. Всем привет! Вы на канале Свинки Шоу. И сегодня вы узнаете несколько очень интересных фактов о морских свинках. Приятного вам просмотра! Что я вам хочу сегодня рассказать, это то, что морские свинки могут спать с открытыми глазами. Это невероятно, но это так. Если вам кажется, что ваша свинка как бы зависла, на самом деле она может дремать. Свинки спят в течение дня мало, они ночью предпочитают спать, в отличие от хомяков. Днем они тоже могут дремать. И говорят, что свинка спит с закрытыми глазами дома, если она уже научилась доверять хозяину. А ваша свинка спит с открытыми глазами? Второй факт на сегодня – это то, что свинки могут издавать множество звуков. Они могут мурлыкать, как коты, а также могут чирикать, как птички. Я вам скажу по секрету, что Арнольд и Толик еще не чирикали, но они умеют мурлыкать и издавают различные звуки при поглаживании. Вот такие необычные звери. Третий факт на сегодня. Если вы кушаете, то отодвиньте свои тарелочки, так как сейчас вы узнаете, что морские свинки могут кушать свой помет. Не нужно запрещать это делать, так как это один из тех видов животных, которые нуждаются в тех витаминах, которые могут попасть к ним в организм именно в таком виде, когда они поедают свои какашки. Поэтому не удивляйтесь, не запрещайте свинке это делать, это полезно для нее, такое это животное. Следующий факт на сегодня – это то, что у морских свинок 20 зубов. Многие ошибочно считают, что у морских свинок всего лишь 4 зуба, это те, которые мы можем увидеть. На самом деле за ними прячутся еще зубки, которые растут всю жизнь, они без корней, поэтому морские свинки должны их стачивать. Морские свинки точат зубки о сено, а также о твердые овощи. Следующий факт о том, что зрение морских свинок развито очень хорошо. В отличие от многих остальных зверей, они могут различать желтый, красный, зеленый и голубой цвета. По крайней мере, так говорят результаты опытов. Я лично, к сожалению, не знаю, какие цвета различают Арнольд и Толик. Но я вижу, что, например, когда я им даю морковку или тыкву, это оранжевый цвет, но они достаточно так активно реагируют. Самая старая морская свинка дожила до возраста 15 лет и попала в Книгу рекордов Гиннесса. А я желаю здоровья вашим свинкам и желаю также, чтобы они могли побить этот рекорд. Еще один факт на сегодня – это то, что у морских свинок по 4 пальца на передних лапках, но только по 3 пальчика на задних. И в конце этого видео хочу вам показать рисунки, которые присылают нам в нашей группе ВКонтакте на конкурс. На данный момент эти рисунки набрали наибольшее количество лайков. У вас еще есть время поучаствовать и получить от нас сигну в подарок, вернее от Арнольда и Толика. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк, если хотите видеть еще. Ставьте мне тоже лайк. Вот такой лайк, а вот такой. И когда у меня, например, 10 подписчиков наберется, я вам покажу свое лицо. В общем, пока. Ладно, не пока. Сегодня у нас же умный ролик. Надо сообщить Артему, что...
Вот. Пока он был входить на айфон и играет, я пока чем-нибудь другим займусь. А всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Колокольчик, конечно, жмите, потому что у меня детский рейтинг. Да сейчас. Всем пока.